Сегодня мой выходной, и я провел его на работе, вот, совершенно бесплатно провел мастер-классы на улице, вот, и подарил людям счастье и улыбки. По факту мы собираем всех неравнодушных людей, которые готовы проявить свою гражданскую позицию и немножечко поделиться своим теплом, своим личным участием для того, чтобы сделать окружающий мир чуть лучше. Мы не бездушные, не, так скажем, не черствы, мы занимаемся нашими детьми, занимаемся нашей жизнью, пытаемся сделать ее лучше. Просто прикладываешь свою частичку души к этому, ко всему, да, чувствуешь, что еще, да, твой какой-то опыт, да, вот, спортивный, какое-то участие, вот это еще нужно. А вот уже второй год подряд я работаю барменом. Ну, мне просто очень нравится эта позиция, когда можно людям кричать: «Ваш кофе готов!» А, вот. Это было сначала тяжело, но я вошла во вкус, и сейчас даже будет очень жалко, если не возьму платочек. Это то, как я могу себя реализовать помимо работы и своих каких-то увлечений. То, что я могу сделать для других. То каждый человек это делает все-таки под себя, греет свою душу в первую очередь. Такая помощь, когда ты знаешь, кому ты помогаешь и куда идут твои деньги, она, я думаю, самая правильная. Конечно, надежда на то, что наш мир еще может быть хорошим, добрым и может стать лучше, она только возрождается и укрепляется. Добро – это что-то искреннее, мне кажется. Добро должно быть всегда идти от души. Ну, это очень здорово. Это все честно, по-настоящему. Я, например, испытываю очень необыкновенные чувства тепла. Это искреннее, настоящее дело, которое приносит радость не только человеку, которому добро делается, но и человеку, который это добро делает. Хочется не только брать в себя что-то, а гораздо больше хочется отдавать и делиться этим со всем остальным. Мне становится хорошо и приятно, я понимаю, что у кого-то что-то получилось, кто-то чем-то может пользоваться благодаря тому, что мы с нашей командой это сделали. Чем больше мы хорошего сделаем, тем больше радостных улыбок мы увидим. Я считаю, что мы делаем большое дело. Доброта всегда воздается. Я в этом уверена и призываю всех быть добрыми. Помните о эффекте бумеранга. Сделаешь добро и получишь добро обратно к себе. Так вот, будьте добрыми, любите друг друга, будьте счастливы.